Вместо силы отсюда изливается магия. Шевелись, плотва. Быстрей. Святая, блядь, снова Лебеда! Я слева зайду.
Магия! Чары какие-то! Ведьма! Ну так как? Спасай! Вышка, сеньки! А? Тебе жизнью обязан. Если чего понадобится, ищи меня в корчме Куралиск. Это долго не протянет! В дорогу.
Зараза, такое чувство, что я что-то забыл. Я отомщу! В этой жизни или в следующей? Я Максим, но не Макрин! Не любишь серебро, да?
Опять вы? Ладно, и чего вы хотите? Покажи свои товары. Мне пора. Прощай. Выставляем наши мечи в Метину, Эббинг, на Заир и даже к Зериканию. И что? Выяснили, что с коровой-то? Возвращайтесь к работе. Никакое это не проклятие и не кара. Так и я с самого начала о том же говорю. Как камень с души свалился. В чем дело-то было? Молодой ослиск, пролетая над каменоломней, упустил добычу, которую нес матери и братьям. Я сжег их яйца. Так что больше вы о них не услышите. За предусмотрительность хвалю, но, как и сказал, больше вам заплатить не смогу. Потому как нечем. Вот вам, держите-ка. И спасибо, мастер. Значит, все прояснилось. Никакие боги на нас кары не насылали, а был просто дракон. Но теперь и его нет. Эмильеновой вдове компенсацию заплатим. Чего вы еще ждете? Живо, живо! А мне кажется, тут все равно что-то странное творится. Строители, что памятник складывают, где они? Уже 3 дня как должны были до нас добраться, а что-то в Ардаиза так и не появились. Может, их тоже что-то раздавило или сожрало? О, саранча, небось, как в Зерикании! Что вы мне тут за бред несете? Архитектор писал, что у них большой транспорт мрамора из Метины на бороду пророка. Так что они опоздают на неделю. Все, хорош болтать, за работу. Позвольте, я вас провожу, мастер. По правде-то я соврал, чтобы они тут снова не запаниковали. Но рабочие и правда куда-то запропали. Зайдите ко мне позже, я вам объясню подробнее. Работа нервная, да? Кто-то весь седой. А вечером прыг в колокола, а там меня уже ждут. А вечером прыг в колокола, а там меня уже ждут.
а вечером прыг в колокола, а там меня уже ждут. Работа нервная, да? Кто-то весь седой. Срать-то как хочется. Ну так как, мастер? Поищите пропавших работников. Они пропали? В каком смысле? А в самом простом. Сгинули вместе с материалом. Я заказ сделал. Дюжина телег приехала, опять по дороге потерялись. Там инструменты, провизия, материалы и прежде всего специалисты, включая главного архитектора. Я писал архитектору, чтоб присылал новые планы. А мастер мне на это, что архитектор, мол, у нас, в Ардаиза. Вот и выходит, что он... Тоже пропал, я понял. Я посмотрю, в чем тут дело. О, мастер, не знаю, как вас благодарить. Только поспешите. Мы без этих 5 телег просто работу не закончим. Этот гвинт меня доконает. Все. Срать-то как хочется. Платят, так делаю. Все просто. Больше 3 не собираться. Значит, ведьмака надо было вызывать? Помни, ведьмак. А рыцари-то на что я вас спрашиваю? За каждую рассеянную ганзу камерленье щедро тебя вознаградит. Сохранять спокойствие. Безобразие не учинять. Спешишь куда? Интересно, ведьмак, какой ведьмак? Позволь вообще на минутку. Налоги платят? У нас для тебя кое-что есть. Всего на минутку, ведьмак? Обещаю. Сейчас ему жопу медом намажут. Не так.
так страшен ведьмак, как его молю. А, ведьмак, приветствую. Хорошо, что заглянул. У нас с Матильдой есть сюрприз. Я вижу, вы неплохо друг с другом поладили. Определенно. Когда оказалось, что ссориться нам на самом деле не из-за чего, все вышло даже довольно мило. И пикантно. И очень романтично. Можете больше ничего не говорить. Я рад, что у вас все хорошо. Какой еще сюрприз? У вас завелся еще один монстр? Нет, кое-что значительно более приятное. Мы создали вино, которое, по мнению лучших сомелье, может свергнуть с трона Эст-Эст. Своим успехом мы обязаны тебе. И если ты не против... Мы хотели бы дать вину твое имя. Как нам его назвать? Да чё уж там, белый волк. Дикая и с характером. Идеально! Если ты согласишься, мы будем регулярно присылать тебе пару бутылочек. Это честь для меня. Спасибо. Нет, это тебе спасибо. Удачи, ведьмак. Должно быть страшное варварство. Даже и не знаю, как я вам отплачу, ведьмак. Я не прошу платы. Надеюсь, тебе уже лучше. О, да. Я чувствую, как силы мои возвращаются ко мне благодаря заботе Варнавы Базиля. Ты вынесла страшные муки. Рад, что смог их облегчить. Да. Годы страданий. И знаешь, что было даже хуже голода? Смотреть за моими любимыми, видеть, как мои дети стареют и умирают. У меня никого не осталось. Последний мой родственник давно умер. Боюсь, мне некуда идти. Дом большой, имение огромное. Можешь остаться здесь. Правда. Не хочу злоупотреблять вашим гостеприимством, но... Да? После стольких лет страданий и голода я хочу одного. Наконец-то готовить еду, которая бы укрепляла, питала и радовала вкусом и запахом приправ. А потом сидеть за столом с остальными и есть. Если об этом ты мечтаешь, то не вижу никаких проблем. Ты могла бы помогать Варнаве Базилю на кухне? Я ел его стряпню, он не лучший повар на свете. Ничего не принесет мне больше счастья. Благодарю. Это я тебя благодарю. Этому дому не помешает женская рука. И вот еще о чем я хотела вам рассказать. Много лет назад мой отец
собирал ценные вещи для моего приданного. Замуж я не вышла, так что сокровища так и лежат. Мне эти погремушки не нужны, но вот вам пусть они станут знаком моей благодарности. Если хотите их найти, сходите в мой старый дом, в Тростомару. Приданное спрятано в бочке в подвале. Бочек там несколько, но, думаю, вы сумеете найти нужную. Так я и сделаю. Спасибо. Никогда б не подумал, что ты после всего захочешь заняться кухней. Боитесь, что в вашем доме я буду готовить вихтову похлебку? Надеюсь, в человеческом обличье у тебя вкус получше. Можете быть уверены. Я с детства любила готовить. Бабушка моя была истинная мастерица по части готовки. Ее бык, зажаренный целиком, славился по всей округе. Но ты же была госпожой целого поместья. Хотите сказать, женщина моего положения должна иметь повара? Да, и у меня были лучшие повара. Но блюда придумывала именно я. Они их только готовили. Уверена, что не заскучаешь без людей? Пока не знаю. Прошло слишком мало времени с тех пор, как расколдовали меня. Но пока что почему-то меня в город не тянет. Вихтом ты заходила в чужие дома? Да, но только ночью, когда все спали. Я искала ложки. Помни, ты всегда можешь передумать. Если вдруг решишь, что хочешь уехать, просто скажи. Я бы не хотела показаться неблагодарной. Не хочу, чтобы ты оставалась здесь против воли. До встречи. Берегите себя, ведьмак. И помните, теперь вас всегда будет ждать теплая еда. Короб для винограда тяжелее, чем эти твои мечи. Съешь что-нибудь. Жалко выглядишь. Тяжко на службе с пустым брюхом. Приветствую, доброго денька! Чего желаешь? Увидимся. Мужиком хоть ешь, хоть смейся, Сапоги бы хоть почистил, бродяга! Какие планы дали? Вино в бокале и ночь на сеновале?
тяжко на службе с пустым. Тяжко на службе с пустым брюхом. Придержи. Все. Тяжко на службе с пустым брюхом. Все, у меня сегодня язык валится. Я вот наливочку люблю. Истинно говорю вам, когда б люди впустили в сердце слова пророка Левиты, мир бы стал лучше. Повторяйте за мною. О, пророк Лебеда! Этот гвинт меня доконает. О, пророк Лебеда! Клянусь жить по твоим заветам. И не уклоняться с прямого пути, что ты нам указал. Впечатляет. Пит! Дайте Пит! Много о вас говорят, ведьма. А еще больше говорят шепотом.
зараза. Много их. Магия! Чары какие! Что? Господин, я здесь! Спасите! И зачем им все это? Все равно нечего красть. Молотки, кусок камня. Понимаю. Мне пора. Делу время, потехи час.
Ты мне мозги не пудри, ведьмак. Но! Это вот его досточтимая книга, мистер. Нехорошо. Много здесь крови. Тиморы? Яйца Кикимор. Надо их сжечь к сучьей матери. Значит, здесь закончили свой путь пропавшие работники.
Сегодня за тобой смерть пришла! Давай! Наверное, это имение Делоне. Пошла. Тяжко на службе с пустым брюхом. Истинно говорю вам, работа нервная, когда да? Люди впустили тут все... весь седой. Я помог закончить памятник, как ты и хотел. Мастер, что бы я без вас делал? Все почитатели пророка Лебеды будут возносить за вас хвалебные молитвы. Но ты-то мне заплатишь? Ну, разумеется. Вот награда. Заказчик у нас человек серьезный, деловой. Мы ожидаем массовые паломничества. Так что стоимость работ полностью отобьем года за три. За пять так точно. У нас, сударь, все подсчитано. Ну, остается только пожелать удачи. Чемпион! Может, тебе в колоколах какую скидку дадут? Эх, ну и времена. А эти, сука, бочки здоровые! Отлынивают! Не снилось, как я была волком! Призрак в таком месте, за стеной. Мы здесь замуровали какого-то несчастного, и теперь его дух не может обрести покой.
призрак не упокоится, пока я не похороню его останки. В первой комнате были какие-то саркофаги. Может, воспользоваться одним? Теперь его душа должна обрести мир.